очень хорошо помогла нам райадминистрация, нам помогли транспортом, и очень хорошо помогал мотор. Мы обращались к нашему депутату Поспелову, и он помог нам выделить транспорт и машину уборочную. На самом ученике добровольно уже на работе. Ну а как же? Это то место, где они живут. Вот, к сожалению, просто они убирают тот мусор, который не сами его здесь набрасывают. Понятно, что это мусор после взрослых. Мы хотим показать пример, что так было бы лучше, и, возможно, и ко взрослым будет какое-то внимание, и они будут сохранять нашу чистоту. Здравствуйте. Ну рассказывайте, добровольно или как? Конечно. Да, добровольно. Какие задачи у вас на сегодня? Что вы сделали? Убрать ну, убрали ветки, пока не смотрят. Сейчас еще добиваем листья там, бутылки, все. Корнея, все блестело, в общем. Корнея! Ну а какой бы вы совет, какой бы вы советовали тем своим, да, тоже школьникам такого возраста, как и вы, ребятам, которые ходят только умеют, что мусорить? Нет, труд май, пускай берут лопату. Давай еще раз. Нет, вот май. Берем сейчас за лопаты. Молодец. Спасибо. Спасибо. Идем дальше.